6000 feet. В 3 часа 39 минут по московскому времени на взлетно-посадочной полосе космодрома имени Кеннеди во Флориде осуществил посадку космический шаттл Endeavour с 7 астронавтами на борту. НАСА перенесло на 1,5 часа время посадки в связи с неблагоприятными погодными условиями над штатом Флорида. Сведение шаттла с орбиты началось за 75 минут до приземления, когда были включены тормозные двигатели, и аппарату предстояло снизить скорость с 28 800 км в час до 350 км в час. Endeavour проработал на орбите 16 суток, тем самым поставив рекорд пребывания многоразового корабля в космическом полете.